Всем привет, ребята! С вами Alplay, и сегодня вместе с Алексисом мы поиграем в долгожданное Мопио. Всем привет, друзья! И мне, и Алексис очень уже долго писали, ребята, что поиграли в Мопио. Очень все ждут Мопио, потому что давно уже не было. И вот мы решили, что давай таки, пускай таки будет, мы в него немножечко поиграем. И сегодня вот выйдет пока что первая часть. Если этот ролик наберет хотя бы 200 лайков, то я думаю, совсем скоро выйдет у нас вторая часть по Мопио. Поэтому, ребят, кто еще не поставил лайк, обязательно поставьте. Сегодня вместе с Алексисом мы, как обычно, попробуем вкачаться немножко. Пока что мы тигрята. Я надеюсь, что прокачаемся мы чуть-чуточку получше. И когда у нас будет нормальная прокачка, возможно, мы кого-то даже и скушаем. Какого-то сильного-пресильного существа. Для начала, наверное, давай мы все-таки с тобой попробуем вкачаться до каких-нибудь таких животных, чтобы можно было набрать массу. Мы с тобой пробовали играть на воде, у нас не получилось. Давай, может, следующую эволюцию мы с тобой попробуем поиграть на Северном полюсе. Там, по-моему, будет у нас росомаха. Можно, это росомаха будет, да? Да. Не помню. В принципе, если росомаха, то можно тогда. Вроде... Слушай, а вот эти вот, по-моему, золотые яйца, они уже не дают только массу. Не, да? Они уже поменьше дают. Я уже несколько штучек съедал. Они там дают, ну, чуть-чуть дают, конечно, но как раньше, там по 100 тысяч нету уже. К сожалению, порезали немного, наверное, его все. Эти вот яйца те. А, меня сейчас сольют, походу. А где ты? Я на вулкане. Так, то что, мне выбирать тогда рысь, да? Все, я уже рысь. Росомаха, да. Ну, росомаха, рысь, да. Да, вот сейчас еще фортиша скушаем мы тогда. Что-то он тут нас... О, вот еще ты есть тут. О, давай. Хорошо, почти скушали мы. Тут еще Кира P4AX. По-моему, вот она возле меня тут иногда бегала. И есть еще один бегемотик. Тоже есть БР, ПМ, АХ, АЛ, но все равно он на меня нападает, прикинь. И какой-то еще Алиандр, ютубер, он вроде меня не трогает. Я его тоже стараюсь не трогать, но он мне за хвостик кусает, а? Ничего себе, подожди, а тигренок что, уже не может под воду идти? А не, может. Да нет, может, там что-то ты не то нажал. Короче, глюк какой-то произошел небольшой. Сейчас хотя бы водички попью чуть-чуточку. Так, я только стопай, что слил уже мишку, то у меня получается еще половина, и я стану тогда этим саблезубиком. О, нормально. Очень так что даже давай, нормально. Заходи на Северный полюс. Я сейчас уже буду идти. Мне тут еще осталось совсем немножко массы, 94 тысячи уже есть. Я тут просто нашему кусик один разочек дал. Я думаю, что сейчас я вот уже нормально покушаю. Как раз таки зашел на озеро. Так, а, ну давай, а давай. Что ж такое? Два раза укусил он меня. Если подойдешь, я тебе могу, в принципе, несколько кусиков дать. У меня неплохо массы. Сейчас еще попробую тут кого-то слить. О, ничего себе, тут очень много саблезубиков. Тут опасно, если честно, играть. Много, сильно? Ну, есть немножко. Ай, капец, я и забыл, что гепарды такие быстрые. Меня только что один гепард укусил. Ну ничего, бывает. О, вот моя еда, вот моя еда. Ох, хорошо. А нет, не моя еда, елки-палки. Скушал ее другой. Чувак, ничего страшного. Мне тут осталось-то совсем пару тысяч, знаешь, набрать. Вот тут еще, может, грибочек съесть. 102 тысячи у меня уже есть. Еще немножечко, и я уже буду. Да елки-палки. А, ничего себе, тут меня чуть-чуть не слили. Ничего себе. Тут Алиандр ютубер. Кто посмел? Алиандр ютубер меня покусал два разика. И тут подошел казуар, ударил, и у меня уже 98 тысяч. Ё-моё. Вот делай добро людям после этого. Надо да, как-нибудь... печально, конечно. Я тут одного гепардика ловлю, сейчас я его скушаю, иди сюда. Привет. А, нет, немножко не поймал. О, все хорошо, я уже росомаха. Нормуль. О, наконец-то, наконец-то поиграем на севере. Я посредине где-то вот северного полюса, а ты где? Я больше в правой части, я тут одного чувачка хочу поймать. Возле меня. Очень сильно. Ну давай тогда встретимся, чё, давай в центре тогда встретимся. Не, давай на каком-то озере. Вот это вот озеро, которое ближе с правой стороны, которое посредине. Типа, понял, на Северном полюсе три озера, и которое посредине, вот оно с правой стороны находится. Давай вот там. Я понял. Я вот тут и нахожусь, но тут просто ледяной монстр есть. О, я сейчас подхожу. Еще мамонт. Ледяной монстр и мамонт. Здесь опасно немножечко, мне кажется, будет. Фу, тут еще саблезубик чуть было не рубанул-то, а? Негодяи какие, да? А, я вижу саблезубиков, ты, наверное, где-то здесь в яме, да? Мопио саблезубик, да? Или какой? Вижу, тут не только мопио саблезубик, тут несколько этих саблезубиков, а! О, вот это я. Я подрезал одного саблезубика, и его съел. Кракен, да, который его слил? Ты в яме, да? Да, вот он я. О, смотри, это я, да. Наконец-то встретились, нормальненько. Да. Плохо знаешь то, что я тебя не могу слиться. Я бы тебя слился, чтобы ты до саблезубика сам качался. Тогда уже было бы попроще, потому что сейчас росомаха, в принципе, сильное существо, но саблезубик, по-моему, немножко будет покруче. Ну, конечно, да. Сейчас прокачаемся, сейчас нам главное кого-то поймать. Нам медведей нужно ловить.
Можно, да, можно медведя поймать. О, хорошо, сейчас. Ты жертва. Давай, я с другой стороны. Лёва. Давай. О, все хорошо, скушал, нормальненько. Скушал Лёву. Лёвку скушал, да? Да. Скушал, 130 тысяч есть уже, это неплохо. Конечно, неплохо было бы миллион набрать, но пока что будем довольствоваться тем, что у нас есть. Ну, посмотрим, может быть, и наберем. Иди сюда. Сюда. Вот я сейчас с другого фланга его попробую оттиснуть. Ну, давай, сейчас зажмем его. О, смотри, тут еще Алексей Тедрис. О, еще один. Давай, иди сюда. Все, это мукердык, чувачку. Все, ему крышка. Он сейчас распадется. Все наши, да? Слушай, бей способностью. И он... О, есть, он мой. Нормальненько, скушали, отлично. Просто отлично. Сейчас мы еще уток здесь поедим. Нормальных, вкусных уток. Алексис. Алексис ютубер, да. Нормально. Свой чувак. Он помогал нам ловить. Молодец. Да, вот, если честно, я даже не ожидал, что сегодня будет столько много наших тиммеров, потому что, ну, просто нереально круто, когда столько много людей. Так давно не играли. Очень много, да. Да, и очень много. Сколько у тебя масса-то сейчас? У меня почти 200 тысяч, а у меня еще 50 тысяч, я прокачаюсь. Ага, я понял. Ну, у меня, в принципе, 140, но как бы так тебе вкачать-то? Тебе надо какую-нибудь жертву нам с тобой поймать, хотя бы мишку белого. Я думаю, что там под 100, под 50 тысяч как раз-таки будет у него. Если мишку, он... либо же вот этого чувачка, вот тут внизу, смотри, тут морж лазит, иди сюда. Ну, знаешь, моржи мы не поймаем, нет. Давай, может, на воде попробуем еще немного уток поесть-то. Тут, кстати, вот давай, кто-то... Давай. Тут, кстати, вот росомаху одну заели утки, да? Покусали его. Вот чем утки плохие, тем, что за хвостик кусают. И они сейчас очень мало массы дают. Вот раньше, по-моему, много давали массы. Около за Около 4000, по-моему, давали, или около 5. Да, сейчас очень мало вообще. Да. Сейчас по 2500 что-то дают. Так, Ратик идет. Я помню, Ратик меня уже ловил, поэтому лучше уходить отсюда. Ладно, идём улепетывай. Да. Лучше улепетывать в таких случаях. Мне еще 40 тысяч, и мы тогда с тобой можем. О, смотри, кого я вижу. Давай, иди сюда. Привет. Давай. Сейчас я его глушану. Давай. Ой, там саблезубик. А, все, ему хана. Так, иди сюда. Я взял. Да, свали. О, нормально, Денис. Давай. Давай. Маси. 186 тысяч. Давай правее, убегай. Я бегу. Уходи. Я его оглушил, малеха. О, нормально. Не могут. До свидания, чуваки. Аравидерчик, как говорится. Сейчас, сиди, короче, там. Сиди там. Зачем ты? Я под водой посижу. А, ну или так. Так, способность убьем и вот. Давай, уходи на сушу и на Северный полюс иди, я прикрою. Нет, на Северный полюс я не смогу уйти, они меня ловят. Я их оглушил, но теперь ты уже не сможешь. Там грязь была, и если бы я туда пошел, меня бы слили. Ой, тут еще черепаха, прикинь, за мной гналась, хотела меня укусить. Что-то такое. Все нападают, все нападают. Все хотят укусить. Все, это я. Да. Все, погнали. Там сзади какой-то обратный саблезубик. Или Ратик, или кто? Мы с тобой спаслись. Ой, капец, этот Ратик уже надоел мне, если честно. Сейчас мы его будем сливать. У тебя сколько массы? Ой, у меня 207 тысяч. О, слушай, может давай пчелок поедим? Они, по-моему, очень много массы. Раньше по 10 тысяч они давали, сейчас, по-моему, они уже столько не дают. Да, ну смотри, аккуратно. Они слить еще могут. Да, эти могут как раз-то. Да, надо поосторожнее чуть-чуть быть. Там кто-то написал, по-моему, что ты фейк. Серьезно? Кто написал, что я фейк? Ник без коронки. А, чувачок, протри свои глазки. Не, он, наверное, может, он играл с Алексисом ютубером, и тот был, у него был ник без коронки, и он считает, что, знаешь, типа, как обычно, что, мол, вы фейки, а это вот реалы. Может быть, да. О, осторожно, тут слоняра еще есть. Ты возле слонярки, да, находишься? Я вышел. У меня 190 тысяч. Почему у меня столько мало тысяч-то? Когда мы уже наконец докачаемся до этих саблезубиков, я очень хочу уже стать наконец-то каким-нибудь мощнейшим чувачком. Хотя бы. У меня еще 30 тысяч. У меня 30 тысяч осталось. Я, наверное, быстрее качнусь, да? О, давай. Сверху иди, загоняем здесь мишку. Давай. А он увидел и убегает сразу. Улепетывает, да? Сейчас мы его дожмем, может, нет? А, там, наверное, Давай. Дальше дожимаем его, я его преследую. Давай. О, хорош, иди сюда. Давай, он твой. Ну же, все, хана ему. О, все, отлично. Сколько у тебя? О, крутяк, все, нормальненько. Это здорово. Давай, кусай, у меня 2000. Сейчас, подожди. Ты пока этот, когда будет мне там 1020, я тогда вкусну, а то у меня тут еще 40 тысяч, я закусаю тебя просто. Давай тогда этих саблезуб, давай тогда вот этих вот чувачков подрезать. Сейчас будем подрезать всех, кого только можно. О, вот моя еда. Опачки, привет. Давай. Ах, вы же учи, какие плохие. Ешь яйца. Они уже столько не дают, кстати.
О, 750, ёлки-палки, яйцо 750 всего-то нам всего дает. А ну утка сколько сейчас? 3000. А было, по-моему, 4 ранее. Чуть-чуть подрезали, наверное, это все, добавили, может, каких-то, ну не может каких-то, а еду какую-то, может, чуть-чуть побольше. И сейчас очень уже печально, нет. Дай-ка я тебе пацану чуть-чуть. 11 000, давай еще разочек. Давай еще. Так, и еще раз. А, ладно, я тут сейчас, короче, уже с собой. Не, сори, сори, сори. Не, мне тут чуть-чуть надо. Еще, ну, грубо говоря. О, там ледяной монстр! Да, ледяной монстр. Валим оттуда, ребят. О, все! Наконец-то! Я уже тоже саблезубик! Наконец мы с тобой вкачались. Теперь мы будем 2 саблезубика покорителей севера. Немножко нужно еще набрать массы. Вот, потом, я думаю, может, мы даже мамонтами поиграем, либо, возможно, поиграем казуарами. В прошлый раз мы с тобой очень неплохо. Казуарами. Казуарами можно поиграть. Можно казуарчиками. О, Алекс, тот, который на нас бегал, на нас нападал вот с правой стороны. Он Росомаха как раз-таки сейчас уже. Да? Да, вот он на нас нападал, такой негодяй. Надо будет ему отомстить за это все. Конечно, отомстим. Естественно. Здравствуй. Чик-чик-чик. Съедай этого чувачка, потому что он хотел мне кусик сделать без разрешения. Мопио или какой? Да-да-да, Мопио! Иди сюда. Кстати, вот этот чувачок, который писал, что я фейк, и что-то он возле нас крутится, мне кажется, да? Не знаю, это он писал, да? Привет. А вот там еще какой-то привет. Нет. А, он меня укусил! Ну все. Сейчас я буду мстить. Так, ну что же, наверное, слушай, мы эту... Ой, сори, сори. Давай. Ой, ёлки, мы его, мы слили своего. Нет, это не мы слили, это он слил. Я, по-моему, оглушил их, но я случайно. Если ты смотришь этот ролик, извини. Мы хотели тебя сливать, мы хотели того снежного барса поймать и тебя оглушили. Он здесь сидит, слушай, он здесь сидит. Вот еще сова есть вкусненькая-привкусненькая. Сова. Сейчас. О, я тут... О, хорошо, 84 тысячи. 84 тысячи я себе вкачал. У меня уже 350 тысяч, 360. Ребята, на этом мы свой видеоролик будем с Алексисом заканчивать. Если ролик по Мопио наберет хотя бы 200 лайков, то совсем скоро выйдет вторая часть. Спасибо всем большое за просмотр. Ну а с вами были Алла Плей и Алексис. Всем пока. Пока, ребята.